Героиня наших репортажей Любовь Николаева до сих пор борется за свое право на здоровье. Поставки дорогостоящего лекарства Солирис для нее и еще одной пациентки прекратились в мае этого года. Перерыв в лечении составил больше 30 дней. Департамент здравоохранения предложил девушкам, страдающим пароксизмальной ночной гемоглобинурией, уточнить диагноз в одной из питерских клиник. Обе отказались. Поставки лекарства не возобновлены до сих пор. В критическом состоянии обеих пациенток доставили в ОКБ. Там, чтобы вывести девушек из гемолитического криза, для них закупили капельницы Солириса на 6 миллионов рублей. Гемоглобин падает каждый день. Получилось так, что я поступила в четверг. Гемоглобин у меня пал до 54 единиц. То есть в этот момент нужно переливание крови. Оказалось так, что в холодильнике нет моей группы. Ни в нашем отделении нет, ни в реанимации. По всей больнице не нашли необходимую кровь для меня. И вот этот вот... эти первые недели-две, это был ужас какой-то. Сейчас кризис миновал. Любовь Николаева продолжает лечение в областной больнице. Очередная капельница за счет ОКБ будет на следующей неделе. Между тем, в департаменте здравоохранения нас уверили, девушек на произвол судьбы не бросят, несмотря на серьезные суммы, необходимые на лечение. Для сравнения, на 100 с лишним пациентов с орфанными заболеваниями из бюджета идет 18 миллионов. На этих двух женщин 53 миллиона в год. Сейчас они находятся, госпитализируются у нас под наблюдение в областную клиническую больницу, им делают вливание там. А с августа месяца уже закупим и лекарственный препарат, и обеспечение будет осуществляться за счет денежных средств департамента здравоохранения. Препарат будет закуплен у нас в полном объеме до конца года. Перебоев с лекарственным обеспечением двух пациентов у нас не будет. В момент ухудшения состояния друзья Любови Николаевой объявили в интернете сбор средств на так называемую экстренную капельницу, чтобы сократить перерыв в лечении. Удалось собрать даже больше необходимого – 1 миллион 265 тысяч рублей. И в личных сообщениях и писали, и звонили, и смс, и ВКонтакте. Очень много добрых слов писали, и молились люди. Спасибо большое. И хочу сказать, чтобы никто не переживал, все деньги, которые собраны, будут потрачены именно на капельницу, как мы и прописывали. Тот излишек, который у нас останется после закупки препарата, также пойдут на мое лечение. Если верить чиновникам, вопрос с лекарственным обеспечением пациенток с гемоглобинурией закрыт минимум до конца года. Но, учитывая опыт, экстренная капельница может пригодиться. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.